И здравствуйте, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Даниил. И мы продолжаем прохождение Uncharted 3. В прошлой серии мы там угодили в плен, попытались сбежать, потом опять угодили в плен каким-то пиратам, хер пойми, короче, сейчас что-то будет происходить, давайте продолжать, в общем. Так, продолжить. Глава 12, похищение. Значит, не хочешь говорить, да? Не скажу ничего. Как мальчишки бальчиш буду. Я с тобой говорю. На тебе. Вот, блин, не вовремя. Ладно, подождем. Ой. Ой, хорош мне упарывать. Так, ну отвяжись. Один готов. Ой, от херушки. Блин, пропустил. А ты кто такой? Здоровяк с патронами. Отпусти, козлина. Да, что-то у вас много, короче. Зараза. На, да сколько у вас там, слышь? Так, ну-ка, отпусти меня. Ой, блин, пропустил опять. Да хорош меня бить. Так, есть. Да ш... Вали нахрен. Готов. Ай. Вообще-то это больно было. Да умри ты уже. А ты чё? Ой, хорош. Да... Фига ты чёрный. На тебе. Ой, да блин, опять не успел. Вот, отлично. Ой. Ну, это какой-то суровый. А, ну опять здоровяк, короче. Стандартная схема. Херушки, я понял? Ой, ой, тихо. Да, ой-ой-ой. Ну, отпусти меня. Ой. Ха. Блин, ему яйца уже отбил, наверное. И не вставай. Фух, вот это. Так, сейчас, секунду. Я подключу провод. Так, он найти сначала надо. Вот это беда, конечно. Так. А, вспомнил. Сейчас, извиняюсь за технические неполадки. Вроде был заряжен джойстик, а теперь не заряжен. Все, теперь нам ничего не грозит. И, собственно, побежали дальше. Так, куда нам? На выход, наверное, патронов хоть бы дали. Ага, нет. А, ну вот лесенка же. Че это я? Давай, давай, Нейт. Так, куда? Наверное, сюда. Ага, вот туда вижу. Допрыгнешь? А, конечно. Так, понял. Фига себе, крысы. Ром, ну конечно. Ну, пираты, что ты хотел? Может, глотнем? Не, не глотнем. Да залазь уже. Ой, да хорош, а. Так, есть контакт, вперед. Так. Поехали. Да, я все еще болею, поэтому буду немного покашливать. Так что вы меня простите. Так. Ну-ка. Оу. По-моему, что-то пошло не так.
Нормально. Вот это ненормально. Так. Подожди. Чё ты? Так, куда ты хочешь допрыгнуть? Вот куда. А я думал, она далеко находится, ну ладно. Так, ну мы вот добрались. Это я понимаю. Пусто. Хреново. Ну да, пусто. Ну зато хоть кобура будет. Ничего, сейчас вернем. Так, здесь у нас что там лежит? Бумажка какая-то. Просто мусор. Бутылочки. Так, здесь что у нас? О, выход. Так, погоди. А тут? Ха-ха, блестяшка. Блестяшки надо подбирать. О, черт! Твою мать, это мы где вообще? Это мы явно не на корабле. Ну и местечко. Это кладбище кораблей. Ну рискнем. Ну а что делать? Так. Давай. Ладно, уже прогресс. Ну, как сказать. Так. Оп. Так, вниз, да? Так, что за тревожная музыка? Чё-то мне не нравится. Так, погоди. Мы, я полагаю, в воду нам не надо прыгать. А куда что-то? Эй, а чё? Ладно, сейчас попробуем. Всё, ниже не лезет. Так, чё-то я не догоняю. Ладно, полезли наверх. Может, я чё-то не понял. Не, обратно не надо точно. Так, чё-то я не догоняю. Так, а если просто в воду спрыгнуть? Ой, блин. Тупники какие-то. Да ныряй, чё ты. Так, тихо. Тут у нас товарищи пираты. Это мне напоминает сцену с гидрацитем, с гидрацитом. Я тебя вижу. Только не оборачивайся. Не надо. Эй, ну. О, оружия у тебя нет. Что за дела вообще? Так, я так полагаю, нам туда. Но мы здесь осмотримся. Но здесь ничего нет, поэтому топаем дальше. Вы же помните сцену с гидроциклом? Сколько матов там было, а? Ну, не матов, конечно, но больно было очень. Постоянно я там умирал. И это было неприятно. Так, что-то сюда ты не хочешь, сюда ты тоже не хочешь. Вот да, она, вот. Башня. Теперь пробраться мимо них. Обещал, что...
Понятненько. Иди сюда. Пока. Так. Ну спрячь, а ты что творишь? Двое есть. Продолжаем. Так. Я вижу базуку. Надеюсь, она мне не пригодится. Хотя знаю эту игру. Она, ой, как мне при... О, смотри-ка. Тихо. Смотри, мы сейчас сделаем вот так вот. Ой. О-хо-хо-хо! Твою мать! Твою мать! Чё про... Вот это я, короче, так... Вот это фейл, короче. Да ну нахер. Понятно. Да сдохни ты. Нет. Оу. Ой, безудержное веселье. Так, ладно. Я понял. Да, Салли где-то здесь. Тихо. Да, Рамзес обещал, что дельце будет выгодное. А кто такая эта англичанка? Мне плевать, лишь бы платила. Подождем. Иди сюда. Упал. Так, тихо. Двое есть. Продолжаем. Так, а что это за пушка там была такая? Оу. Блин, патронов мало. Ну-ка нахер. Вот это как-то не очень. А как бы мне так тихо двоих убить? Может сверху прыгнуть? Аля ассасин. А ну точно, смотри. О, черт! Не-не-не-не-не. А ты ж собака такая. Завали. Твою мать. Валим. Так, опять все пошло не по плану. Нет. Да что ты? Ну зод, дурилка. Да, блин. О.
Готов. Ладно, пока СД возьмем. Блин, качает, нихера не попадешь. Не попал. Ой. Так, тихо. Тихо. О, там две турели. Да ты угораешь. Ты откуда? Какого? Ну-ка нахер иди. Это тебе с моего друга. Обошел меня, прикинь, сзади. Нечестно сзади обошел. Ой-ой. Блин. Это была плохая идея. Ой, чувствую, будет больно. Ой-ой. Не-не-не-не-не, обратно. Альберюка, сядь. Сядь и сиди. Ой, а ты чё там? Да чёрт. Ой-ой-ой. Ой, я выжил. Это чудо. Я проиграл. Блин. Только сказал, что я выжил. Вот же ж хреноход, а. Да, у меня. Ой, дорога. Хорош. Готов. Блин. На тебя. Так, там. А то будет. Опа. Оу. Ай-я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 й. Ой, твою мать, прыгай. Посидим, посидим пока. Ай, больно. Больно, больно, больно. Пока. Так. Да, блин, прикинь, не попал ни разу. Ой, не, ну только подальше надо. А прыгай. Твою. Так, Сали, ты где-то здесь. Да, да, он где-то здесь. Так, есть. Ага. Тихо, тихо. Ой-ой-ой. Ну-ка, подходи. Посидим. Так, тихо.
Да ты умрешь или нет? Ага. О, жив, смотри еще. Так. Попался. Да как так? Почему он меня видел, а я его нет? Это ж нечестно. На тебе гранату. Люблю запах пропана по утру. Да блин. Запах пропана. Понял. Здорово. Есть. Да хорош, слышь. Нет, нет. Да хорош. Да блин, ну как так? Это будет одна из болевых серий. Да блин, чё? Ага. Блин, а куда зашкирить за какой-нибудь угол? Куда-нибудь вот, типа сюда, наверное. Да хер тебе. Да. Собака, куда ты калашников деваешь? Да охереть. Вот, калашников. Ой-ой. Да ты слышишь? Он мертв. Не, ну как так? Даже спрятаться не. Да хорош садить. Это угар был. Сам себя взорвал. Охереть. Так, ну по-моему, лучше делать. Да отвали. Тихо, тихо. Так.
угарнул. Молодец. Фух. Валим. Ага. Вот кто меня убил. На тебе. Да отпусти, слышь. Ага. Эй. Я тоже могу стрелять. Калаш, что доктор прописал? Да калаш я не знаю. Да ты? Опа. О. Понял. Валим. Получил. Ты что, живой? А теперь нет. Смотри. Ну, а чёрт. Чё меня отсюда? Класс. Так. Так. Прячется. Выкурите его. Угощайся. Берегись. На, еще. Убьем его оттуда. Так, хорош он, садись, слышь. Ладно. А. Ну, блин, это засали. Кто засали? Умер. Вроде да. Так, собираем патроны. Ух ты. Не-не-не-не-не. Не хочет. Так, а он где там сидит? Он ушел. А, вижу. Так, убийство на бегу.
Да мне и так то, хватает. Что надо. Ща, погоди, погоди. Вот это то, что надо. Так, все, калашник забираем. Неплохо. Так. Да, патроны на него тоже забираем. Че, все что ли? Да неужели? В общем, вот это было больно. Очень-очень. О, еще одна. Так, а где же Салли держит? Прям. Так. Так, уже близко. А чё близко-то? Прыгай. Ой, дурак, а. Не хочет. Да ты угораешь. О-о-о-о! Слышь. Смотри, не попадаю. Да во сколько там? Че, все что ли? Ну и ладно. Ух ты. О, 6 зарядов. Или взять. Не, не будем. Так, а куда ж мне надо идти? Нет, не сюда. Так. Можешь как-то туда наверх? Ну точно не сюда. Как бы здесь были просто пулеметы. Туда наверх мне тоже не попасть. Пробуем взорвать бочку. Поехали. Люблю запах пропана поутру. Так. Ну пойдем туда. Да падай уже. Так, что-то я не догоняю. Ты чё? Ой, дурак. Смотри, не запрыгивает. Да чё ты творишь? Может, как-то туда? Так, не, серьезно, что-то я не понимаю, куда топать.
Блин, ну это куда-то сюда, наверное. А, ну вот, смотри как. Ты прям... О, 10, нихера себе. Так, ну это клёво, конечно, всё. Но... как бы куда идти-то? Хуй бы, блин, подсказку дали какую-нибудь. Тупо это проплыть надо, а я, короче, туплю такой. Да, вроде нет. Не, ну ребята, серьезно. Туда нельзя. Подсказку бы хоть дали, что ли, я не знаю. А то как-то не смешно уже даже. И не сюда. Не, ну я что-то не знаю даже. Может, здесь что-то есть, а я что-то, короче, не вижу просто. Да нет. Не, ну реально, какого хера? Здесь ничего нет. Тупость какая-то. Ладно, давайте, значит, на этом закончим серию. А я, короче, поищу пока выход и начнем, собственно, с выхода уже. Я так тупить сейчас буду и очень долго. В общем, если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, подписывайтесь на группу ВКонтакте, на Твиттер. Ссылочки будут в описании к видео. Также не забывайте делиться видео с друзьями. Этим вы очень помогаете развитию канала. А на этом все. С вами был Даниил. Всего хорошего и всем пока.